Очень много растворителя, очень много масла. Вот смотрите, очень много масла. Use as much oil or as much terpenoid that you need. Если будет прозрачное это, прозрачное. Just to make it a little see-through. Поставим сюда, помешает. Просто сделаем, волосы ей. We're just doing the hair for right now, and then we will, on the next video, we will do more. There's more to come. Вы здесь поправляете и лицо, поправляете ей. И все вы здесь делаете. Вот так вот поправляете ей. Можете поправить. Так. You can correct features. Видите как? With the paints. Здесь вообще другое. Like the shape of the head. То есть свободно, очень свободно. Большую кисть, так что он закончит, у нас время ограниченное, ну вот так вот, вот смотрите, как работает волос, вот он, пошел, о, видите, о, вот волос, прозрачный, все, и волосы готовы, и вот ее волосы. And there you go, you have the hair done. Вот, вот ее волосы, вот наши девочки красавицы волосы, вот так. And there you go, you have gorgeous hair. Adding details is going to happen later on. Все это будете делать позже. И вот все поправляется. Не бойтесь таких нюансов, все это стирается. Don't be afraid to make mistakes, it's all fixable. Так, смотрите. Потом мы будем поправлять. Вот так, видите как? Все очень просто. Все очень просто. Смотрите, вот это прозрачное. Я просто вытеру сейчас, смотрите. И вот мы сделали рефлексы на ее волосы. Уже это будет работать. We're just making her вот hair transparent. Видите? And see-through. Вот это уже будет работать. Вот так. Вот уже будет. And then you work from there. Ну все, на этом мы закончим. That is